Всем привет, с вами Пират, мы продолжаем играть в Craft the World. И, если честно, я играл очень давно, так что я не помню, что мы делали, но зато я вижу, нам мы еще не сделали вот эту штуку. А что он ломает? Случайно. Надо сделать, чтобы мы могли поставить эту штуку вон сюда. Так, я видел, что здесь у нас есть очень много хлама. Так, надо, наверное, сделать портал прямо здесь. Ну, вернись! Неужели он будет бежать к этому порталу? Ну, окей. Вау, она здесь не потонет. Как-то странно, да? Подводная свинья. Так, а здесь у нас что? Здесь тоже у нас есть портал, если он надо. Не, пока это не будем копать. О боже. Напугал меня своим храпом. Так, что там у нас? А почему такая штука? А, все, понял. Этот тоже пошел спать. Все пошли спать. Кто будет работать, ребята? Так, что там у нас? Вот эту штуку нам надо будет поставить куда-нибудь. Сейчас посмотрим, как она будет работать. О, хватит. Как же меня это бесит. Этому тоже надо пойти спать. Но, наверное, он не пойдет, пока не пособирает все там. Окей, новое задание. Что у нас там? Бочка. И шкура на стену. Что-то монстры перестали идти. Вы не заметили. Скелетики вообще что-то не идут. Ну, окей. Так, два новых рецепта у нас. Окей. Шкура на стену. Так, для этого нам понадобится шкура, которая у нас, где она? Последняя. Это плохо, надо будет побольше шкуры. 15 игл. Я не знаю, откуда они у меня, но это классно, что они у меня есть. Шкуру. Ну, давайте здесь повесим. Так, следующее, что там еще мы можем? Бочка. О, хорошо, что мне хватило гвоздей. Это очень хорошо. И железо. Ее куда поставим, не знаю. Давайте где-то здесь. О, можно? Окей, отлично. Так. Ну, потихоньку мы продвигаемся. Только, блин, меня бесит эта крыша. Как ее отсюда можно убрать? Совсем непонятно. Окей. Новое задание. Создать пиво. Ну да, что же надо гномам еще, кроме пива? Для этого нам надо бочка. Ну, заберем, давайте. Тут шлем валяется. Оу. Ребята, а где все гномы? Я что-то... Трое спят, один работает. Ват? Класс. Это какая-то, не знаю. Все спят, один работает. Это не круто. Лентяи. Ой, и они долго, походу, будут спать. Ну ладно, мы остались с тобой двое. Ты самый хороший гном, так что тебе я могу дать, наверное, топор. Лучник, лук. Что это? Ну давай, это тебе. Это потому, что ты работаешь, а все спят. Шлем держи. И... Это... Не-не-не.
это лучник так. О, у нас 4 дубины. Я таких никому и не дам. Это лучник скалолаз. У него есть топор, но нету кирки. Окей. Это у нас кто-то новенький, что ли? У него вообще ничего нету. Дубинка и... Все, по-моему. У этого все есть. А у этого... Окей. Ждем нового гнома. Так, что-то новое можем скрафтить. Строительные леса. О, это хорошая штука. Давайте посмотрим на древо технологии. Вау, случайно нажал. Так. Мы довольно-таки уже продвинулись. Так, нам надо переключатель ЖД сделать. Черепную крышу. И пиво. Окей. Бочку мы забрали, так что... Не-не-не-не. Я не хотел тебя трогать. Ну, да ладно. Так, это сделаем. Пиво где-то у нас здесь было. Давайте его сделаем. Бочка. Пшеница. Не, это зерна. Да, а вот наша пшеница. И вода, вода, вода. Блин. Бочка. Вот так. Отлично, блин, его надо еще варить. Ну, окей. Вау, я не хотел ничего делать. Бочка с вином, наверное, не видно из-за надписи новые. Ну, окей. Снова нам надо бочку крафтить, на которой у нас нету гвоздей. Ой, слишком много скрафтил. Ну, окей, будет на долгое время нам хватить этих гвоздей. Так, а дерево снова у нас заканчивается. И это плохо. Надо как-то освободить. Зачем ягоду для бочки с вином? Очень странно, ну ладно. Так, это мы поставим сюда. Уже нету места, надо все расставить. Так, ну конечно, все спят, один работает. Это вообще офигенная работа, когда так. Так, надо больше гномов. Уволить этих надо. Население выросло. Здорово, гном. Кто ты? Стой. Не то. Ты у нас повар. О, хорошо. Повар, это хорошо. Будешь нам готовить вкусняшки. Что он делает? Куда он пошел? А, он пошел рельсы, походу, ставить. О боже, эти тут так сильно скопят. Ну, если бы еще один спал, а тут их... Трое! Три халявщика. Так. Ну, давайте попытаемся, что ли, убить этих гоблинов. Ну, наверное, надо сделать броню для наших этих. О, держите вино. Чё, больше не ставится? Окей. Если кто-то будет хотеть кушать, то это всегда у нас есть. О, повар пошел варить. Он немножко быстрее варит, походу, чем другие. Это... О, так, ну что ж, пожалуйста, поставьте здесь. Да, оно будет работать. Да. Отлично. Может мне установить эту штуку? Окей. Новое задание. Деревянный и кожаный доспех.
Так, надо сделать эту крышу, что-то я ее вообще забросил. Крышу. Вау. Шкура, у нас нету шкуры. Крышу вот эту. Уголь. У нас нет угля. Окей. Надо больше угля. И дерево надо. Всего надо, а ничего нет. Короче, когда эти доспят... Блин, я не знаю, как мне сделать так, чтобы крыша стала нормальной. Так, этот пошел собирать, что с наших повыпадало. О, там и топор есть, и кирка. Классно. Так, здесь у нас, наверное, вот это мне надо собрать. Это похоже на уголь. Но для начала нам надо убить этого монстра. Так, значит, мы пойдем в эту сторону. Ломаем вот это. Ну, походу, все, у кого есть кирка, уже спят. Точнее, спят, так что это будет не сейчас. О нет, снова дождь. Может, хватит? Здесь, в этой игре, дождь так часто падает, что... Просто жесть. Давайте посмотрим. Это у нас лучник, снова лучник. Да ладно, будешь сходить с дубиной и добывать руду. Будешь лучник-рудокоп, окей? Куда он пошел? Неужели он сюда пошел? А, окей, нет, фух. Это хорошо. Кто там сожрал всю еду? Ладно, пиво поставили, что там у нас еще есть. Это мы не можем без угля делать, это без яблок, так что печально, будете питаться пивом. Интересно, кто-то пойдет сейчас драться? О, все пошли. Отлично. Война! Давайте, ребята. Больше нету троллей. Это все, да? И все? Почему он не пошел в портал? О, нет. Гном какой-то глупый. Да уж. И что он сделал? Давайте не по один, а вместе все. О, лучник. Вот сейчас хорошо. Лучник, куда ты убежал? Что это было такое? Ну, убегай! Убегай! О нет! Да ну нафиг! Так мы потеряем всех гномов. Чё они такие глупые? Не могут убить несколько этих троллей. Ладно. Этот вообще куда-то непонятно куда побежал. Лучник, вот лучник подвел реально. Он, я не знаю, что он делал. Так, этот у нас есть лучник, лучник, два лучника, три лучника. Стоп, у нас три лучника. И все, это все люди. А где четвертый гном? Вот. Что-то я не понял. Очень странную я троллю. Их никто не убивает.
Блин, что-то слабые у меня гномы. Ну иди поспи, там есть кровать. О, как он стурил отсюда все и сбежал. Смешно так. Так, у меня 3 гнома, а пишет, что 4. Где еще? Я вижу только 3. Где еще один? А, вот он. О, и зачем? Вау, он по воде умеет бегать. Класс. Отличный гном. Что ж, мы еще что-то открыть должны. Крышу. Чтобы сделать крышу, нам надо уголь. Я вспомнил. Для этого нам надо копать. И чё ты сюда спустился? Его убьют здесь, я так понимаю, да? Вот эта штука. Надеюсь... Ват, что ты делаешь? Ох, ну ты странный гном, короче. Так, этот возвращается домой, это хорошо. Этот непонятно что делает, этот спит. Стоп, как 5 гномов? 1, 2, 3, 4 и 1 в шах. Что? Они меня путают! Ох, странные гномы. Они, походу, все зависли. О, жесть. Просто жесть. Это мы отсюда удалим всё. Этот пошел спать с мозгом. Окей. Пусть тебе... Будет приятно. Так, железная кирка, кожаный доспех. Круто, но у меня, блин, вообще нету почти нужных ресурсов. Для этого нам надо уголь. Давайте посмотрим, что мы можем одеть. Так, в этого топор, нету кирки, лови кирку. Следующий. Тебе тоже нету кирки и нету топора. Вот так. У нас все лучника, блин. У повара тоже нету кирки. Этого есть кирка, но нету топора. Ну окей. Стоп, почему ни у кого нету топора? Непонятно, ну да ладно. Снова все спят. Как им хорошо. Всегда они спят. Вау. Эта тварь что, тебя не трогает? Убей ее. Неплохо было бы, если бы лучник сюда пришел и просто расстрелял ее. Она выглядит устрашающе, но... Возможно, она добрая. Не хочет драться. А я сейчас возьму и убью ее. Ну окей. О, у кого ты стреляешь? Вообще без анимации, просто стреляй. Стрелы с него просто вылетают. Да не видишь, оно улетело? Куда ты пошел? Ну куда? Класс, просто класс. Где еда? С голода помираю. Класс. Прикольный гном. Где уголь? Чтоб я мог сварить тебе еду. Да неужели есть немножко угля? Это хорошо. Сейчас сварим вам вот это. А яблок у нас так и нету. Так что обойдетесь, ребят. Поставим здесь. О, пошел готовить, отлично. Сейчас приготовишь и будет тебе еда. А не орать буду.
Так, скелетик. Неплохо бы их убить, но у меня нету времени на это. Эй, что он сделал? Зачем он? Зомби! Как он сюда выбрался? Надеюсь, он не придет через эту стену. Окей, хорошо. Этот вообще фигней занимается. Бегает туда-сюда. Стоп. Только два надо было. Он не может сюда поставить. Ну окей. А сюда? Куда это можно поставить? Ну давай, ставь туда. О, ну ребят, успокойтесь. Друг друга стреляют. Класс. Просто класс. Ох, это какое-то спящее царство. Всем класс. Стрелы летают, как невесомость. Давайте, возвращайтесь к работе. Ну, я думаю, эту серию мы завершим на этом. С вами был Пират. Если вам понравился ролик, подписывайтесь на канал, оставляйте комментарии. Всем пока!